Сделай все. Запчасти. Еще десяточка. Not bad. Так. Сейчас один момент. Давайте посмотрим, что мы тут с вами найдем. Видите, какой-то проход даже есть. Надо сейчас попробовать. Хм. А здесь, очевидно, нужен факел. Но как его сюда принести? Полная карта секретов у нас есть с вами, друзья. Вот теперь вот эти секреты у нас на фрагменте карты и отображаются. То есть мы можем с вами целенаправленно посещать отдельные локации. Огня у меня, к сожалению, нет. Нужен огонь. Сейчас попробуем, конечно, его отыскать. Слушайте, а затушит ли... Ну, по идее, конечно, должен затушить вот этот поток воды. Но я все-таки попробую пройти. Так. Вот это... Почему... Вот. На этот раз получилось. Где огонь? Либо вообще не будем с вами возвращаться. Смотрите, у нас новый лагерь обнаружен. Здесь... Опыт, да? Я так понимаю. Да, плюс 10. Так, и давайте смотреть. Здесь тоже что-то должно находиться. Тайник. Один из двух. Тут точно ничего нет. Ну да, здесь мы с вами просто вниз спустимся. Конечно, можно подумать над тем, как на крышу туда еще забраться. Но, пожалуй, никаких способов в данном случае для этого не предусмотрено. Так, давайте смотреть в лагере. Ночной кошмар прекращается, когда просыпаешься. Но от этого острова нельзя избавиться, как от дурного сна. Это все реально. Я действительно нахожусь здесь и делаю все эти вещи. Нет, не думай об этом, Лара. Не сейчас. Это не поможет. Мне неизвестна судьба остального экипажа. Надеюсь, они в порядке. Надеюсь, они в порядке. Я не знаю, что здесь происходит, но сейчас важно только одно. Рот должен найти способ вернуть нас домой. Ну вот, смотрите, она как раз успела выговориться, и мы с вами закончили модифицировать лук. Мы с вами прокачали, если можно так выразиться. Новости с западного побережья. Похоже, небольшая группа... Оплетку тетивы. Наверное, пошлем туда охотиться. Нет. Что это было? Ну-ка, what the fuck? Так, этого отвлекли того. Yes, этот готов. Ну что, неужели вы, ребята, такие безмозглые? Ну тихо, тихо, не дергайся, дядь. Дядя. Почему-то у меня очень сильное желание, друзья, использовать... возможность, любую возможность для того, чтобы поставить хедшот. Снова ягодки, кстати, это плюс 10 опыта. Ну и, возможно, ячейку какую-то с вами получим, если будем собирать с вами регулярно эти дары природы. Сейчас нужно... Да, обязательно мы с вами отбираем их, потому что нам нужно снова собирать запчасти для того, чтобы прокачивать свое оружие. Мы поднимаемся выше. Так, как насчет того, чтобы забраться сюда и попробовать найти, ну, например, какой-нибудь тайник, например. Вот, смотрите, замечательно. Сейчас кучу запчастей просто с вами получим. Плюс 50. Знатно так заглянули. Только зачем они столько стрел, конечно, сюда понапихали? Ну, просто на каждом углу они. Я думаю, вы тоже обратили на это внимание. Пожалуй, здесь все. Пожалуй, здесь закончили. Давай, давай, давай. Падай. Падай, Ларочка. Стреляйте по светильникам, чтобы разбить их и поджечь. Попробуем. Ну все, меня обнаружили, потому что... было создано достаточно шума. Испытание по светильникам. Представляете? Два светильника разбили. Еще три надо разбить. И будет выполнено какое-то испытание. Возможно, как только выполним его, то
получим какой-то бонус в виде очка, например, развития, который мы сможем потратить на прокачку персонажа. Бесшумно. Сейчас попробуем. Ну-ка, дай-ка я его шарахну. Души-души! И сразу с тем. Быстрее в ту сторону. Надо отметить, друзья, что с помощью геймпада персонаж управляется очень хорошо, очень удобно. Впрочем, как и стрельба. Ну, по крайней мере, сейчас могу сказать, из лука и из пистолета. Будем потихонечку, наверное, с вами сейчас туда перемещаться. Так, тот с фонарем ушел. Торопиться нам, ну, как вы понимаете, некуда. Нужно выжидать. А, стоп, знаете, что забыл? Забыл-то самое главное. Этих ребяточек обыскать. О, да. Все-таки запчасти с них находятся. И очень, надо отметить, неплохо. Так, ты меня не должен увидеть. Так, сколько вас здесь? Используем инстинкт. Вот там справа. Здесь у нас, по-моему, 3. И... А, нет, 2. 2? Так, какой из них опасней? Берегись! Огонь распространяется! Не могу ничего сделать с инстинктом, пока она не пошевелится. Я боюсь пошевелиться, потому что... Я могу выскочить из-за ящика и выдать себя тем самым. Так, как насчет тогда вот этого чувака? Ой, ЮТ дивизию. Последний момент сместилась почему-то. Так. Ну, блин, почему инстинкт никуда не пропадает? Все, убили. Эх, жалко, конечно, что... Вау! Твою-то дивизию. Так, пистолет, пистоль дайте. Вау! Входим. Да-да-да-да-да, это поджигательство. Ну-ка, хедшотик. Золотой. Чё там у тебя? Чё-то она шатается, надо будет... прокачать умение, чтобы она держала пушку ровнее постоянно. Так, собираем. Ой, слушайте, а тут что-то все сгорелось. И надо, наверное, побыстрее отсюда убираться. О, да. Так, с этого тоже заберем, пожалуй, все, что нам причитается по праву. Прыгай. Наверное, есть смысл здесь что-нибудь поискать, как считаете? Сейчас я посмотрю вот с этой стороны. Нас вроде бы никто не поджимает. И... Эх, нет огня, нет огня. Или здесь все-таки наверху что-то имеется у нас. Во! Гляньте-ка, что нашел. Ну, для этого надо здесь спрыгнуть, и тогда уже... отсюда перепрыгивать, потому что сверху бы я, боюсь, не допрыгнул. Куда? Промахнулся немного. Прыжок. Сейчас мы ее надрессируем. Так, давайте смотреть здесь. Мне нужен огонь. Шелковый веер 19 века. Такие были и у крестьян, и у знати. Ничего, мне кажется, интересного. Что есть еще здесь? Так, огонь. Огонь. Вот здесь. Ух ты, высоковато, конечно, было. Признаю, друзья. Сейчас я все-таки допрыгаю, доковыляю. Возьму факел и вернусь. Но не могу я пропустить. Сверху навряд ли тут бы удалось использовать шик-блеск. Вот, плюс 20. И смотрите, сразу стала доступна новая модификация оружия. Ну а мы с вами тем временем отправляемся дальше. Сек, вот здесь что-то есть еще. Замечательно, плюс 25 опыта. Нас когда на эту скалу выбросило, так кроме дождя, ветра, мы ничего много дней не видали там.
Мы натурально даже шевельнуться не могли. Не то, что там шалаш построить или еду добыть. Нас как будто силой какой в землю впечатало. Потом уже, когда буря стихла, отец Матиас пришел. Ну, спокойный такой, ласковый. Вроде бы он уже все про нас знал, там, имена, там, откуда мы, чё. Главное, на нашем языке разговаривал. Ну, рассказал все об этом острове, в конце выбор предложил, говорит, короче, пацаны, или спасение, или смерть. Ну, кое-кто отказался там, а он вообще долго не думал, он взял и убил их тут же. Отец Матиас, он вообще, он решительный, ну, спокойный такой. Я никогда не видал, чтобы он понты дешевые кидал. Ну, так когда стоял на песке, а он такой в крови весь пропитался, в общем, я тогда решил, пойду за ним до конца. Слушайте, ну круто зачитывает. Но даже по тексту понятно, что здесь русские. Именно русские. Жаль, конечно, нет возможности продемонстрировать вам английскую версию прохождения здешней локации. Ну, может быть, вы сможете отыскать на YouTube. В общем-то, где я сам приинтереснейшее видео и обнаружил с русскими нашими людьми. Я справлюсь. Ё-моё, опять где-то стрельба. Ну что ж ты будешь делать? Рот, я иду! Слава богу, ты жив. Бог здесь ни при чем, Лара. Я тоже рад тебя видеть. Боже, как досталось твоей ноге? Да нет, это только на вид страшно. Ты что-нибудь знаешь об остальных? Ничего. Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Черт. Да уж. Помоги мне. Идем. О, нет. Нет, 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 нет. Нет. Ах, только не это, пожалуйста, пожалуйста. Так. Сейчас. Сейчас. Да, мне кажется, он жертву изобразил, чтобы морфии побыстрее принесли. Ты сможешь. Ты все можешь, Лара. Волчьи следы. Господи, что же делать? Волков мочи. Рюкзак где-то там. Волкам, значит, придется нам, да? Ну ладно. Давайте здесь посмотрим. 214 у нас с вами единиц запчастей. Попробуем посмотреть, может быть, что-нибудь для пистолета на 200, например, доступно. Вот, смотрите, магазин плюс увеличенный магазин содержит 10 патронов. Да, это вполне, мне кажется, нас устраивает. Я поднакопим еще немного и что-нибудь будем уже смотреть по стабилизации оружия при выстреле, например. Ну,
понятно, нам вот туда наверх, но можно по-хорошему еще изучить здешние места. Слушайте, а за зайчика сколько дают, все-таки мне интересно. Вон он побежал маленький. Давайте сейчас его настигнем. Где ты, где ты, где ты? Вон он, вон он, вон. Так, с пистолета вообще жесть. Убили? Где ты? О! 10 дают. Неплохо. Ну что ж, берем тогда с вами лук и отправляемся. Вот наверху там уже вижу какое-то сокровище. Здесь, слава богу, никого нет. Я говорю про врагов. Единственный момент, как туда наверх подняться. Сейчас что-нибудь придумаю. Так. Ну ладно. Давайте сейчас посмотрим. Во-первых, сейчас сюда. А там уже виднее будет. Ну да, наверное, с сарая на сарай. Здесь получится. Получится. Вот так. Ведь навряд ли можно было предположить, что так просто нам будет найти этот тайник очередной. Ну, издалека видно хорошо то, что что-то мерцает впереди. Так, и посмотрим, что у нас здесь. Какая-то пещера непонятная. Сейчас мы здесь посмотрим. Тоже, я думаю, могли что-нибудь и здесь спрятать. Пока ничего, к сожалению, не обнаружил. Эх. Неужели не получится сюда наверх запрыгнуть? Блин, какая-то стрёмная пещера. Я, честно говоря, не хочу туда вообще даже спускаться, конечно. А, это не пещера, это тупик. Мне вообще-то показалось, что дальше там еще можно пройти. Так, а что же здесь делать? Как же здесь тогда нам поступить с вами? Ну, не получается, да, не за что, скажем так, уцепиться. Можно посмотреть, конечно, по плану. По плану вот как-то еще, видимо, тут можно попытаться пробраться. Будем сейчас с вами двигаться потихонечку в сторону пункта назначения. Я думаю, что стоит это сделать снова по верхам. Так, нельзя. Смотрите, вот тут, по-моему, что-то можно зажечь, если я не ошибаюсь. Да, вот какая-то статуя. Блин, курочку если завалить. Ну, тоже, наверное, где-то десятка будет. Десятку дадут. Все разламываем. Все используем. Любую возможность. Блин, не получается. Так. Ну, нужно найти какой-то тогда вот похожий стационарный фонарь. С него проще всего получить огонь. Получайте опыт в ходе испытания. Нам нужно с вами осветить, тогда получается 10 статуй, чтобы завершить это испытание, которое нам поручили. Сразу смотрим. Вон там внизу, да, вижу. Вижу этот мешок. Ладно, пока так. Сейчас раскачаемся. Опа! Да, допрыгнем, конечно, допрыгнем. Периода Камакура. Это тоже была часть Яматая. Похоже, вещь американского морпеха. Интересно, эти отметки означают потерянных друзей или убитых врагов? В любом случае, ему нужно было... Что-то ему нужно было. Прошу прощения, что так... скоротечно вышел из этого меню. Случайно это произошло. Ну, я думаю, многие из вас успели прочитать. Так, смотрим. Здесь тоже ничего. Ну, пора, наверное, нам подниматься уже повыше. Давайте здесь смотреть. Смотрите, снова очередная шкатулка. И еще через плюс 25 опыта. Ее величество Пимика Яматайская наконец-то удостоила меня аудиенции. Должен отметить, она не похожа ни на одну из виденных мною женщин. Красивая, но непроницаемая. Ее ближайшее окружение — жрицы солнца. При дворе вообще нет мужчин, кроме полководцев. Когда я встретился с ней наедине, то понял, что она совсем иная, чем кажется на первый взгляд. Мой господин послал меня шпионить за ней, определить силу ее войска. Но, похоже, сейчас оценивает меня.
Возможно, мой господин недооценил угрозу со стороны Яматая. Мне неизвестна реальная мощь штормовых стражей, но я не могу избавиться от мысли, что с императрицей Солнца нельзя не считаться.